какая красота в лесу. Вроде метель в городе. Он решил здесь на лыжах сегодня ходил. Мы летели на тренировку. Поехали. Вот перевал, тут с КП-2 и ехать на восток. Там будет перевал и далеко в лес. Там есть лужки, знаю. И сверну лыжи. Да. Давно есть небо. Ладно, сейчас скоро будет поворот, мы сюда объезжаем. Выхода не было. Такой облом. Я, в принципе, далеко не планировал ехать. Планировал где-то... Да, перевал, там покататься. Обратную сторону, думаю. Проехал. Чего там, около 10 километров проехал. Свой навигатор. А в лесу погода замечательная. Сейчас какой-то арбуз стоит. Там озеро. Вот в этом ветром. Чувствуешь там. На запах он есть. Здесь где проехал. Погода четкая. Ух, всем рекомендую. Завтра мне получится пойти одному завтра. Людей придется катать. Чтобы они тоже привыкали. Ну, темно еще. У меня новая камера есть. Так что камера. В такую погоду она не возьмет. Еще полярную звезду. Я обещаю. 12 числа первый луч солнца. Может даже скажу, съезжу. На солнечную сопку. Будет строение. Ну, может просто не пойдем в лес. Такая красота. Кстати, сорвал несколько лапок с новым плечами. Ну и так для праздничного настроения. Оставлю, пусть лесом пахнет. Там бордюр стоит? Пойдет для пользы тела. Несмотря на то, что давно не стоял на лыжах, ноги помнят, кстати. И конек идет хорошо. Если немножко ноги болят в плоскостопе. А так, замечательно себя чувствую. В принципе, не первый день. Я уже третий раз. В этом году, с 2 числа. Сегодня 5, 4, 4. Ну, это так, привык. Нашел правильную дозу. Ну да, она идет вверх, но тут снег еще очень мягкий, и не потопный. А вот ты еще заходил, поэтому я сегодня не пойду. Смотрите, у нас даже зимой не обязательно брать лес в воду, чтобы попить. Вот, пожалуйста, чистые ручьи будут. Не замерзает. Здесь сколько хочешь.